Премьера на телеканале «Звезда плюс». Мне хотелось бы быть путешественником. Путешествовать на кораблях, на самолетах, пешком. Бесстрашный и обаятельный Дмитрий Марьянов. Я запомнил Диму как солнечного, такого пацана классного. Он был невероятно обаятельный. В этот день что-то в его жизни надломилось. Прости, я что-то тут так... Немножко в депрессии, я ему говорю: Дим, ты чё вообще? Почему актер вдруг оказался пациентом сомнительного реабилитационного центра? Зашли к нему два гвардейца и сказали: или ты успокоишься, или мы тебя успокоим. И успокоили галоперидолом. И что привело к такому трагическому финалу? В какой день, вероятно, главный в его судьбе, все пошло не так? И почему? Главный день с Борисом Щербаковым. Во вторник в 15:25.